Так и Господь говорит, слушайте, вопрос в чем заключается? Самая большая проблема заключается в чем? Что человек ушел от Бога. И когда мы принимаем Христа в сердце, когда мы начинаем принимать Христа в сердце, то в жизни человека решение всех проблем. Если он войдет в завет с Богом, это решение всех проблем. И это главное поручение, которое я вам даю. Если в процессе этого поручения что-то в вашей жизни и происходит, я на это не смотрю. Я не смотрю на то, что у вас не получилось. Я смотрю на то, чем вы сегодня живете. Это очень глубокое. Потому что какой из вас отец, когда батя скажет, иди сделать, один говорит, сделаю, и не делает. Или который говорит, не, не буду делать, и делает. Какой больше угоден отцу? Вся Библия об этом говорит. Вся Библия говорит, что мы должны, будучи верующими, понять, что во Христе решение всех проблем. И надо совершать великое поручение.